Kiyevdə mağazalar açılır. Gecə saatlarından başlayaraq səhər saat 6-ya qədər Kiyev raket atəşinə tutulub. Raketlərin qarşısı hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən alınıb. Hazırda Kiyevdə sakitliyin hökm sürdüyü vurğulanıb. Qeyd edək ki, Ukraynada azərbaycanlılar qida qıtlığı səbəbindən əhaliyə çörək paylayırlar. Кондитерская пекарня в городе Херсоне принадлежит Ашуру Азиму, выходцу из Аксавинского района Азербайджана. Начиная с 8 часов, всем пенсионерам, которые достигли 60-летнего возраста, раздается хлеб бесплатно. Вдобавок, грузит машину и возит хлеб в горисполком для военных. Слава Украине, слава Азербайджану! O pekarnıdır. Pekarnıdır. Hal-hazırda yakamıştım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeş. Allah kuvvet versin. Selamünaleyküm. Слава Україні! Доброго ранку, Одесу. У нас на вулиці Кустанайська. От люди роздають хліб безкоштовно для українців в Одещині. Дякую вам дуже велике. По можливості все допомагаємо. Хочемо мир, щоб був мир. Жалко нашим дітям. Дякую вам, дуже велике дякую. Гарного дня. Слава Україні! Героям слава!